20 января 2023 года. Пришел я к подвесному мосту сегодня. В теплый зимний день, если можно так выразиться. Потому что плюс 2 градуса. Покормить этих прекрасных уточек и селезней. Ребята, вам сегодня повезло. Я сегодня кормил уже галок, кто смотрит мои ролики. А теперь кормлю уточек. Уточки, не зевайте. Это, так сказать, уточки сухопутные, а есть еще водоплавающие. И сидящие на льду. Ребята, вы тоже не будете в обиде. Давайте, налетайте. Хлебушек столичный, с пятерочки. Кстати, всем рекомендую. Очень неплохой хлеб из пятерочки на Ленинской. Бюджетный вариант по 16 рублей. Буханка. Только корки срезайте, а то там намазывают какой-нибудь этим жиром техническим. Не знаю. Лучше, короче, вот без корок есть. Так. Девушки, а вы что? Подходите. Уточки. Ну, не зевайте. И там сидят какие-то задумчивые, и мы им кинем тоже. Оживим, так сказать, атмосферу. Философы, понимаешь ли. Все едят, а они сидят. О, и голубек тут затесался. Голубек! Голуби. Голуби или голубихи? Дайте. Ну-ка, ребята. Был такой у меня случай, когда голуби прям налетали и садились на буханку и клевали. Но сейчас либо они стесняются, либо сыты. Поэтому с рук не едят. А кого это интересует, посмотрите мои раньше ролики. Вот когда была река совсем замерзшая, и когда было очень холодно, они уже садились друг другу на спину. Голубиная акробатика была. И клевали у меня вот с буханки, с полбуханки, с руки прям смело так. Вот такие здесь дела происходят. Приходите, кормите уточек. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал Дмитрий Зарла в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте.